Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. На улице Льва Толстого ход выполнения работ проинспектировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. Этот девятиэтажный дом из белого силикатного кирпича построен в 1994 году. По словам жителей, летом в квартирах комфортно, а вот морозной зимой приходится спать под двумя одеялами. Много было обращений жителей на промерзание, на плесень в квартирах. Мы проводили в свое время исследования с тепловизором, со всеми приборами. Было принято решение, что необходимо провести данный вид работ. Несколько лет назад в доме отремонтировали кровлю, заменили лифтовое оборудование и провели ремонт внутри подъездов. Теперь проводят работы по утеплению фасада. Это целая программа, и тем более есть партийный проект «Школа грамотного потребителя», где будем говорить, подобные работы они проходят под патронажем, под контролем партии «Единая Россия». Дом будет утеплен, и понятно, что будет значительно и теплее, и экономия и тепла, и газа, и все остальное. И, конечно, самое главное – экономия денег жителей. Работы планируют завершить в октябре, до наступления отопительного периода. Всего в городском округе Люберцы в этом году капитально отремонтируют 135 многоквартирных домов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.